его победят. Да! Браво! Просто браво! Команда Лиги делает лютейший камбэк с первой провальной карты. Со второй половины, с первой половины второй карты. Они тоже камбэк. Ну, их любят. Надеялись, что они выйдут, и они обыгрывают самого крупного из возможных соперников по серии. Напарник у них очень страшный. Да, безусловно. Ну, мы видели эту борьбу. Мы видели то, как играли Тюбика, как они отчаянно цеплялись. Я показались не менее отчаянными. Среди которые спас второй карту. И, возможно, именно это возможно поставить непарни. Дальше в сетке дела не самые простые будут. Конечно, у них будут серьезные оппоненты. Они в полуфинале могут встретиться и с командой Virtus Pro, что тоже не очень. И для тех, кто не приедет. Поэтому, друзья, поздравляем команду Liquid. Еще раз поддержите этот коллектив. Команда Liquid! И провожаем как-то аплодисментами коллектив Ньюби. Они достойно сражались. Очень-очень достойно. Также потрясающий дух нам подарили оба этих коллектива. Я зарядился, думаю, на остаток сегодняшнего дня. Еще нужно дожить до матча с Virtus Pro. Но перед ним мы также посмотрим еще и другую встречу. О ней мы поговорим немножечко попозже, я думаю. Да и сейчас что-то происходит. Так и получилось. Причем неоднократно. Самое, знаешь, это и смешно, и грустно. То, что такое происходит из турнира в турнир, из игры в игру. Этот Фурион ставит пеньки, все. Он поставил спруты и пеньками еще попозже. Да, на случай, если вдруг...